Сегодня очень много говорят о любви к себе, но на самом деле очень мало кто понимает, что это такое. У большинства есть представление, что женщина, которая любит себя, это такая расчетливая эгоистка, очень такая сухая и высокомерная женщина, да, которая пытается получить от мира все, что ей нужно, а иногда даже и больше. Но на самом деле, если мы хотим по-настоящему любить собственного мужа, собственных детей, всех близких, окружающих нас людей, и легко и с удовольствием отдавать эту любовь и заботу, то нам нужно любить себя, нам нужно иметь эту любовь внутри себя, как неотъемлемую, постоянную нашу часть. С женщиной, которая на самом деле любит себя, очень тепло и уютно рядом. И ощущается такое уважение. Если мы на самом деле любим себя, то мы не позволяем сесть себе на шею, не позволяем обижать себя, не уважать себя. Мы легко и просто можем отстаивать себя, отстаивать свои личностные границы. Если вы озадачиваетесь одним из вопросов, которые я сейчас озвучу, то, скорее всего, вам не хватает любви к себе. А почему жизнь несправедлива ко мне? Почему я ощущаю себя неудачницей, при том, что у меня много заслуг? А почему я не могу построить отношения, о которых мечтаю? Почему меня не уважают, не замечают? Почему я не могу изменить то, что так хочу изменить в своей жизни? Почему у меня не идет творчество? И почему я не ощущаю себя полноценной, счастливой, наполненной? Если эти вопросы живут в вашей голове, то мой вебинар будет для вас полезен. Это практический вебинар, и вы прямо на нем ощутите, почувствуете, проживете ту самую любовь к себе. Это будет как открытие. Обычно люди плачут. Я помню собственный опыт. Я сама проходила это и проведу вас. И я помню собственные ощущения. Это, знаете, как вернуться домой после долгого изнурительного путешествия. Это такое непередаваемое, особенное чувство обретения себя. Если это отзывается в вашем сердце, то я приглашаю вас на мой вебинар «Как полюбить себя навсегда». Мы проведем вместе 3,5 часа. Это будет практический вебинар. И вы и не только почувствуете эту любовь прямо на собственном опыте, да, но я вам дам конкретные советы, конкретные шаги по тому, как потом сохранить эту любовь, удержать эту любовь и проявлять ее в своей жизни на каждом дневном уровне. Вы прям получите такой пошаговый план. А наш вебинар будет происходить онлайн, без записи. Это будет небольшая группа. Это все сделано для того, чтобы мы смогли с вами вместе глубоко проработать эту тему. Я могла бы ответить на все ваши вопросы. Любовь к себе – это ключик к прекрасному будущему. Поэтому, если вы решили полюбить себя навсегда, я жду вас на вебинаре.